Привет, любимый. Угадай, что произошло. Спорим, не угадаешь. Ань, ну перестань. Ну давай, хватит, не томи. Что там? Твое ток-шоу закрыли. Наоборот. У нас заоблачные рейтинги. Уже четвертую неделю. И меня номинировали на ведущую года. Телевизионный конкурс «Сердце экрана». Калюжный говорит. Мне светит первое место. Ты моя умница, а? Я никогда в тебе не сомневался. Очень рад. Так рад, что даже твоего Калюжного готов обнять. Лучше меня обнимай. Ну тогда приезжай скорее. Еду. Девушка! Девушка! Номер телефончика скажешь? Я мужа люблю. Это же вы! Я вас узнал! Телефончик, постойте! Ну, красавица! Скажи телефончик, пожалуйста! Давай хотя бы фотографию сделаю! Дай руку свою! Дай руку! Слушай, красотка, ну! Дай телефон, ну пожалуйста, ну серьезно! Я тебе Москву подарю всю! Тихо-тихо-тихо, моя хорошая. Все живы, все позади. Опять приснилось? Да. Успокойся, все хорошо. Все живы. Ну пойми, я не могу тебя пригласить. Я же номинанта не устроитель. Да, с билетами полная засада, прости. На выставку к тебе? Пойдем на выставку. Конечно. Спасибо за приглашение. Подлизываешься? Что там слышно с моим кредитом? Надеюсь, сегодня все прояснится. Я позвоню. Только учти, мой шеф тебе неровно дышит. Наверняка захочет встретиться лично. Я, например, уже ревную. А вдруг ты с ним сбежишь? За тобой же глаз да глаз нужен. Я открою. Привет. Привет. Проходи. Сценарий изменения. Полистай перед съемкой. У нас не курят. Может, позавтракаешь с нами? Кофе? Кофе. Доброе утро. Доброе. Платье – полный отпад. Сначала они носом крутили, а когда узнали, что для тебя, да еще и на церемонию, сразу отдали. Вадик подогнал по твоей фигуре. Спорю на свои прокуренные легкие. Твои конкурентки от зависти подохнут, когда ты в нем на церемонию заявишься. Ну, главное, чтоб я мужу понравилась. Даже в рубище ты будешь прекрасна. Дамы, прошу к столу. Ну, в рубище я, конечно, не рискну. Народ не поймет.
Да. Да, Кольцова. Куда хотите пригласить? На показ новой коллекции? Когда? Спасибо, приду. Постараюсь. Хватит звонков, а то поесть не успеешь. Счастливая ты. Успех, слава, дом красивый, муж. Меня б так любил кто-нибудь. Завидую я тебе. Дальдерсейдж, начальство тебя разыскивает. Алольдер. Анечка, ангел мой, ты скорее сюда, у нас проблемы. Анечка, можно ваш автограф? У меня родственница приехала. Ваша поклонница просит. Конечно, Света. Спасибо большое. Хорошего дня. Ничего, по ней все с ума сходят. Главное, вчера нормально договорились. Добрый день. Сегодня приехала бешеная, поменяла гримерку. Теперь сниматься отказывается. Видите ли, ей испортили настроение. Тоже мне звезда большого размера. А я не вижу ничего смешного. Пусть только попробует съемку сорвать. Слав, такие колоды на прибор. Ту-ту. Может, это подойдет? Стелла, милая, привет. Давай. Ты только посмотри, какое барахло мне предлагают, а? Я в своем, говорю, могу сниматься. Нет, не хотят. Я не одену этот отстой. Ну почему же? Это очень даже стильное. Стелла, милая, пойми, фишка в том, что мы одну из наших зрительниц. Меня Люда зовут. Я мечтала познакомиться с вами. Преображаем в ее кумира. То есть в тебя. Одинаковая прическа, одинаковый мейк. И для полноты картины нам нужно, чтобы вы с Людой были в одинаковых нарядах. Ну, твой дизайнерский эксклюзив, он же в единичном экземпляре. Так, подожди, вы что, с ума посходили? Эту серую моль в меня хотите переделать? Вы что, получше не смогли никого найти? Ты посмотри, у нее же ни кожи, ни рожи. Про фигуру я вообще молчу. По-моему, хорошая девочка. Да вы что, издеваетесь, что ли? Я уезжаю, нет моих сил больше. Я что, моль? Карина. Ну, удерживать мы тебя, конечно, не будем. Но только девочку ты зря обидела. Она же твоя фанатка. Писала нам целый год письма в редакцию. Мол, хочу быть похожей, мечтаю встретиться. А ты с ней так. А если пресса узнает? Представляешь, какой скандал будет? Ну, вы же ничего не скажете прессе? А если она сама догадается? Ну, или подскажет кто? Ты нам съемку срываешь. Ну, и что же мне теперь делать? Ну, я это, погорячилась. Ну, у меня критические дни, с кем не бывает. М? Понимаешь? Ты прощаешь меня? Ну, прости. Только я не моль. Ну, зачем вы так обо мне сказали? Людмила, она не о тебе. Она о вещах говорила. А, точно. Я об одежде. Вот одежда у тебя такая, но если переодеть, ты же будешь очень даже ничего. Правда? Ну, конечно.
Девчонки говорили, что я похожа на вас. Немножечко. Ну, неужели пронесло? Немножечко есть, да. Ой, ой, я чуть не забыла. Это подарок от нашей фабрики Иванова. Это вам, это вам. Прекрасно. Красота какая, а? Я обязательно буду носить. А я прямо на сцену надену. Господи, мне девчонки не поверят, что я вот тут с вами. А можно я с вами сфотографируюсь? Да, конечно. Сфотографируйте, пожалуйста. Улыбочку? Класс. Ну вот. Спорим, вы ее под меня не переделаете. Ильдер. А? Разбей. С вами бабами никаких нервов не хватит. Дурдом во всей красе. Камера. Начали. Ну и напоследок, немного волшебства. Стеллу представлять не нужно. Ее знает и любит вся страна. От столицы до глубинки, в которой живет наша гостья Людмила. Людмила мечтала стать похожей на своего кумира. Людмила, ваш выход. Мама дорогая. Похоже, да? Очень похоже. Да, похоже. Невероятно. Здорово. Если вам чего-то очень хочется, загадайте. И ваше желание исполнится. Берегите себя. Стоп! Съемка закончена. Всем спасибо. Ну ладно, признаю. Твоя взяла. Готова угостить тебя победным ужином. Ты не мне проиграла. Ты проиграла Людмиле. Так что ее и угощаю ужином. А можно я вас обниму? Ну, конечно. Ну и упырица эта Стелла, а? Попила нашей крови, а теперь сияет. Но ты ее укротила. Молодец, за что я люблю. Анечка, птичка там Калюжный приехал, ждет тебя в моем кабинете. Я не могу, я опаздываю. Скажи, что я уже уехала. Соври что-нибудь. Генеральному спонсору. Ань, ну перед барином лучше лишний раз поелозить. А то перекроет нам кислород, задохнемся. Ну сходи, что ты кабинишься? Может, он тебе хочет гонорар прибавить. Дождешься от него. Ладно, схожу. Егор Аркадьевич, рада вас видеть. Вы по делу? Да нет, что ты. Соскучился. Дай, думаю, заеду к любимой ведущей. А то все как не позвоню, заняты, заняты, заняты. Может, наконец найдете время и для меня? Для вас всегда. Просто я много работаю. Ну, а после? Сегодня, например, поужинали бы вместе, поболтали. Ну, о конкурсе в том числе. У меня на вас серьезные планы. Между прочим, обалденно выглядите, Анечка. Я от вас с ума схожу. Егор Аркадьевич. Притормозите. А я думал, мы понимаем друг друга. Я с огромным уважением отношусь к вам и к вашим планам. Но дело в том, что сегодня я ужинаю с мужем. Приятного аппетита. Что ты ему наговорила, а? Смотри, Анька, он мстительный. Знаешь что? Вообще-то это твоя работа. Крутить хвостиком перед начальством. А моя портит ему настроение. Прости, опаздываю. Вот еще один год прошел.
Мам, пап, нам вас очень не хватает. Ну, как твои дела, сестренка? Как в школе? Да, ученик один допек. Уроки срывает. Недавно девочка одну до синяков отдубасил. Так, а директриса что? Директриса. Большой кошелек его папа ей рот затыкает. Понимаешь, плохо, что дети видят всю эту безнаказанность. Я ей так и сказала. А она, представляешь, меня увольнением пригрозила. Анька, ты меня слушаешь вообще? Прости, пожалуйста. Прости, в голову только конкурс идет. Ты не представляешь, насколько мне это важно. Ужасно нервничаю. Ты его выиграешь. Точно. А если нет? Да. И кредит нужен. Позарез журналу. Подожди. Держи. Это мамина. Ну ты чего? На удачу. Ну, ясно. А чё Кольцова сама-то не пришла? Ну что, думаешь, дать ей кредит? Вроде у журнала ее неплохие перспективы. Юрий Ильич, вызывали? Да нет. Приглашал. Мы вот тут жену твою вспомнили. Валентина и я, можно сказать, ее поклонники. Я передам Ане ваши слова. Ей будет приятно. Ну что, подумаем, что можно сделать с кредитом? Да ты садись, садись. Хочу управляющего сменить. Старый стал курилка, болеет часто. А что бы ты сказал, если бы я предложил тебе занять его место? Я бы отказался. Чего? Наш управляющий профессионал. Я не хочу никого подсиживать. А ты не будешь его подсиживать? Я же не убить его предлагаю. Управляет по-старому, а сейчас новые реалии. Чуток не догоняет. Сечешь? Извините, Юрий Ильич, я правда не могу. У меня есть принципы. Послушай, я же его не на улицу вгоняю. Принципы у него. Провожу на пенсию с почетом, как положено. Нет, как тебе нравится, Валентин. Другой бы за козырное место зубами вцепился, а этот кочевряжется. Молодец. Вот мне такой нужен. Молодой, принципиальный, чтобы дым из-под копыт и дело знал. Но соглашайся. По рукам? О льготных процентах для жены поговоришь с Валентиной. Сделаю. Угу. Все поняла. Но надо сказать, что я против льготных кредитов для посторонних. Хорошо. Но можно считать, что Анна Сергеевна не посторонняя. Да, хорошо. Она же ваша жена. Юрий Ильич, можно? Вот. Вот вы и сами. Отступаете от своих принципов. Если бы речь шла о льготном кредите для вас, пожалуйста, нет никаких вопросов. Вы эти льготы заслужили. Вы, но не она. Без вашей подписи кредит не дадут. Вы подпишете? Я еще не приняла решение. Жди. Еще номера договоров. Хорошо, я проверю. Это что такое было, а? Ты видел, как она на тебя смотрела? Точно сожрать хотела. Втюрилась, что ли? Макс, у тебя какая-то больная фантазия.
Плохо. Нет. Тоже плохо. Плохо. Так. А вот эти хорошие. Давай их макет. Как считаешь? Мне сейчас, кроме кредита, ничего в голову не лезет. Ты понимаешь, что без него нам кирдык? С Игорем говорила? Галь, все будет хорошо. Игорь меня еще никогда не подводил. Да, это бог. По косметике есть что-то новое? А вот это да. Вот, маска для лица с пептидами. Редактура нарыла в каком-то сибирском НИИ. Говорят, чудо какое-то. Лет 10 без подтяжки сбрасывает. Слушай, пахнет приятно, текстура хорошая. Ты на себе пробовала? Шутишь, да? Мне рабочие лошадки, знаешь ли, не до баловства. Это же ты у нас звезда. А в моих мешках под глазами можно уже состояние прятать. Да, жаль, конечно, что у нас для этой тары денег не хватит. Галь, не прибедняйся. Игорь. Да, любимый? Аня, тормознули кредит. Шеф подписал, его дочь что-то уперлась. Что? Как тормознули? Аня, послушай, есть хорошая новость. Мне предложили стать управляющим. Так что не волнуйся, потерпи немного. Я все утрясу, обещаю. Я не сомневаюсь в тебе. На тебя одна надежда. Обожаю тебя. Ты говорила, что проблем не будет. Игорь все решит. Угу. Я уверена. А если нет? Что тогда? Мы на него рассчитывали, а в итоге упустили драгоценное время. Галь, давай не будем нервничать. Ей так целый день на взводе. И курить здесь не надо. Здравствуйте. Так, вот. Простите, а что здесь происходит? Лидия Шашкова, Третий канал, программа «Звездный день». Мы же договаривались об интервью, или я не вовремя? Все в порядке. Проходите. Анна. Лидия, расскажите, как вы начинали? Мы с Галей учились вместе на филологическом в университете. Угу. Подружились. Когда я решила открыть свой журнал, я предложила Гале стать моим компаньоном. Я главный редактор, Галина – директор. А вы знаете, золотое правило бизнеса – работать нужно с тем, кому доверяешь. И мы с Анной… Ток-шоу, которое вы с успехом ведете на телевидении, тоже создано по вашей идее и тоже пропагандирует здоровый образ жизни. Но чем они отличаются? Вы знаете, они скорее дополняют друг друга. В журнале мы рассказываем про новинки моды, косметики, диеты. Зато в ток-шоу живое общение. Его ничем не заменишь. А название для журнала мы вместе придумали. Точнее, Аня придумала, а я уже одобрила. И да-да, после этого Анна, у нас… А можно вас попросить чуть к свету развернуться? Мы крупный план снимем. Да, конечно. Галя. Извините. Уходишь? Да, ты знаешь, дел очень много. А тогда отнеси девочкам, пожалуйста, отобранный материал и принеси мне воды. А Лидии… Кофе. Конечно. Ой, нет, что хорошее место, я не против. Ир, отдай это редактуре. Значит, фотографии пусть согласуют с заказчиком. Модный дом Фемини. И к завтрашнему дню я жду от них макет. Хорошо. А, и еще. Отнеси, пожалуйста, Анне Сергеевне и журналистке 2 чашки кофе. Хорошо.
какая красота. Глаз не оторвать. Молодцы, что пришли. А то из-за работы некогда и мать проведать. Аня шаль сама выбирала. Анечка, спасибо. Она не слишком яркая для меня? Ну что вы, Ираида Васильевна, вам очень идет. Замечательно. И цветы любимые. Ой. Ты чего так плохо ешь? Невкусно? Да нет, что вы. Аня вся издергалась из-за этого конкурса. Завтра церемония. Угу. И чего переживать? Ты самая лучшая. И все мои друзья тебя очень хвалят. А жена Владимира Ивановича не пропускает ни одного твоего шоу. И журнал выписывает. Говорит, Анна – бездное обаяние. Вот. Спасибо. Приятно это слышать. Еще рыбки, сынок? Очень вкусно. Нет-нет, спасибо. Спасибо тебе, Анечка, что ты поддерживаешь Игорька. Мы с папой Игоря тоже жили душа в душу. А теперь мне для полного счастья не хватает только внуков. Ну, мама. Не волнуйтесь, мы с Игорем обеспечим вас внуками. Ух ты, ничего, тебя там Валентина зовет. Ну что ты все дергаешься? Вадик! Ты хочешь что, в образе чудовища пойти на церемонию? Успокойся. Да у меня вопрос кредита решается. Черт. Не звонит и не пишет. Пусть твоего мужа заботит бабло. А тебя пусть волнует твоя внешность. Все остальное и так на пузе приползет. Да, я же сделаю. Ты разве не посмотрел еще? Я не видел, но клиенты придут через полчаса, у меня нет. Слушай, ты посмотри, как. А, Игорь, я уже собиралась уходить. Хотела, спасибо, поговорить с вами по поводу кредита. Вы приняли решение? Да. И я не могу вам сказать больше, чем уже сказала. Что ж, права ваша. А с чего вы взяли, что я отказала? Держите. Самый низкий тариф. Но это ради вас, а не ради вашей жены. Хорошее предчувствие, да? Выглядишь потрясающе. Анна, добрый вечер. С вами интриги нет. Все однозначно считают вас претенденткой на главный приз. Скажите, вы тоже так думаете? Ну,
Было бы глупо с моей стороны не рассчитывать на победу. Конечно. Давайте дождемся объявления результатов. Спасибо. А если проиграете? А прошу прощения, господа. Всех просят пройти в зал. Прошу, прошу, прошу. Почему она спросила? Она что-то знает? Успокойся. Она просто хотела увидеть твою реакцию. Все журналисты – провокаторы. А сейчас претенденты в номинации «Лучший ведущий года». Ирина Гальперина, ведущая развлекательной программы «Мы вместе». Анна Кольцова, ведущая ток-шоу «Про тебя». Ведущая молодежной программы «Танцуй с нами». Но перед тем, как перейти к объявлению победителя, хочу задать тебе один вопрос. Как думаешь, что нужно, чтобы стать лучшей ведущей? Восхитительно. Красивая внешность. Считай, что приз у нас в кармане. Калюжный член жюри. Знаешь, да. Мне кажется, надо только сидит он с Лебедевой. А она тоже номинантка. Ну, слушай, он, конечно, бабник, но не дурак. Чтобы протежировать конкурентку, собственно, ушел. Да не бей ты в голову. Эта профурсетка тебе не соперница. Победителя в главной номинации конкурса «Лучший ведущий года» объявит председатель жюри Аркадий Репин. Наш конкурс называется «Сердце экрана». А сердце телевидения – это его ведущие. Нам сложно было выбирать, но все же мы пришли к единому мнению. Итак, победила Лебедева Юлия! Поздравляю, ты лучше. Беги. Вас поздравляю. Спасибо. С победой. Спасибо большое. Юлия, вы не отразимы. А посмотрите, пожалуйста, сюда. Можно ваш автограф? Я вас поздравляю. О, привет. Рад вас видеть. Что поделать? Так устроен мир. Проигравший никому не интересен, а победителю сладкие куски. Вот вы куда спрятались, а мы с Юленькой все ждем, ждем, когда вы подойдете поздравить. Вот решили сами подойти, чтобы выпить за ее успех. Вы не против? Я принесу. Мы ждали, пока народ рассосется, не хотели, чтобы нас затолкали. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. А мне очень нравится ваше шоу. Как бы я хотела об нем работать. Многие хотят золото мое, но у нас уже есть замечательные ведущие. Очень сожалею о вашем проигрыше, но жизнь есть жизнь, победила достойнейшая. И не без вашего участия, я правильно понимаю? Да боже упаси, о чем вы говорите? Каждый сам кует свое счастье. Юленька! Да? Нам пора давать интервью. Идем. Я ж тебя предупреждал, что Калюжный мстительный. Самое лучшее. Но подумаешь, не выиграла, выиграешь в следующий раз.
Аня! Аня! А? Анечка, что с тобой? Аня! 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 Вы знаете, каких-то явных признаков вашего недомогания я не вижу. Скажите, у вас в последнее время стрессовые ситуации были? Может, с мужем поссорились? Да что вы. С мужем мне повезло. А нервотрепки хватало. Угу. Кстати, вы мне говорили про аварию, а я вот здесь ничего не вижу. Меня тогда на скорой в обычную больницу отвезли. И что, серьезно пострадали? Машина всмятку. А я много крови потеряла. У меня редкая группа, четвертая отрицательная. Намучились, пока нашли. Понятно. Это все тоже могло сказаться. Вот что мы с вами сделаем. Я выпишу вам препараты и направление на комплексные анализы, на всякий случай. И через недельку мы с вами встретимся, хорошо? А можно результаты анализов прислать мне на электронную почту? Да, конечно. Ну? Что? Ничего страшного. Сказал просто переутомление. Выписал витаминки и советовал почаще отдыхать. Господи, как ты меня напугала. Ну ладно, витаминки это, конечно, хорошо, но тебе в отпуск пора. Предлагаю сбиться в стаю и полететь в теплые края, к морю. Как тебе такая идея? Шикарная идея. Ты вообще у меня самый хороший. Я тебя очень люблю. Наконец-то отдохну. Сейчас бы поспать. Дома отоспишься. Будем купаться и загорать. А вечером устроим романтический ужин в ресторане. Гульнем с размахом. Не-не-не, никакой работы. Так. Так. Хорошая фотография. А вот на этой ты классно получился. Смотри. А по-моему, ты лучше. Хочу выпить за тебя. А я хочу выпить за тебя. Ты мой самый любимый человек. Ну что,
Если мы с тобой закрутили такие шуры-муры, может, заодно и ребеночка заведем? Хитрован. Выбрал время и место. Ну, я же талантливый, сама говорила. Займемся продолжением рода. Давай попробуем. Стоп, мы договорились, никакой работы. Ну, пожалуйста. Если это Маша, мы же ее оставили цветы поливать. Вдруг дома что-то случилось. Ну, если Маша... Угу. Другие не читай. Хорошо. А это врач. Можно посмотрю, пожалуйста, очень любопытно. Уведомляю, что в результате проведенных анализов у вас выявлена положительная реакция на вирус иммунодефицита. Настоятельно рекомендую обратиться к специалистам в Федеральный центр СПИДа. Ну, что там пишет наш эскулап? Все нормально. Ничего интересного. Что-то я не хочу больше есть. Наверное, на солнце пересидела. Вейджа, Билл, плиз. Любимая, ты скоро? Иду! Ну, иди ко мне. Я заждался. Шампанское заказал, фрукты. Ну что, займемся продолжением рода? Подожди. Я даже не знаю, как тебе сказать. Сядь. Шампанское, конечно, по такому случаю неуместно. Но очень выпить хочется. Будешь? Знаешь, что я думаю, это ошибка. Какой-нибудь лаборант-разгильдяй мог просто напутать. Да, ты прав. Ты прав. Или, может быть, в регистратуре. Там же всегда толпы людей ходят. Может, просто неправильно бумажку положили. А если это правда, у меня я могу быть тоже заражен? Нет. Нет, Игорь, этого не может быть. Так, тебе нужно срочно сделать повторный анализ. И мне заодно. Тогда все станет на свои места.
Собирай чемоданы. Good afternoon. Sorry, I need two tickets for the next flight to Moscow. Yeah. Сейчас самое главное. Не волноваться. Скажите, Олег Ефимович. Это ошибка, да? Вы не заражены. А ваш диагноз подтвердился. Сожалею. Как же так? Это должна быть какая-то ошибка. Господи, что же теперь делать? Будешь? Игорь, я тебе не изменяла. Клянусь. Ну, разве я тебя обвиняю? Я видела, как ты на меня посмотрел. Я очень тебя люблю. И других мужчин для меня не существует. Ты мне веришь? Ну, конечно. Конечно же, я тебе верю. Пугалась, что ты от меня отвернешься. Ну, не мели ерунды. Лучше выпей успокоительного. Наказание, а? Но я же всегда следила за своим здоровьем. Ну, где я могла заразиться? Господи! Как я сразу не подумала. Они же мне кровь тогда переливали. Они меня тогда заразили, сволочи. Тихо, тихо, ложись. Я на них в суд подал. Спи, спи. Теперь все равно ничего не докажешь. Тебе нужно отдохнуть. Я на них в суд подала.
Игорь! 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 Здесь я! Здесь. Что случилось? Я думала, ты от меня ушел. Господи. Ну что ты такую ерунду говоришь? Я просто заснул под утро. Проснулся, ты еще спишь. Решил не будить. Давай-ка вставай. День уже. Ты к доктору собиралась, м? Я завтрак приготовлю. В обед, а теперь уже и в ужин. Я замучился разогревать. Я не хочу. Нет, так не пойдет. Хватит лежать бревном. Вставай, тебе надо встряхнуться. Давай. Не трогай. Давай, давай, давай. Поднимаемся, поднимаемся. Не трогай, отстань от меня! Я уже ничем не могу. Аня, успокойся. Успокойся, пожалуйста. Аня, да, это не подарок, но это и не приговор. Вирус можно контролировать и так прожить до глубокой старости. Это и есть твое утешение, да? Я не хочу всю жизнь прожить больная. Трястись и бояться, что я умру каждую минуту. Это же ВИЧ, пойми. Господи, Маша. А ты как вошла? Мы что, дверь оставили открытой? Сами просили цветы поливать. Я не знала, что вы раньше времени вернулись. Я все слышала. Но главное, что ты жива. А с этим мы вместе справимся. Как? Эта болезнь неизлечима. Ну, неправда. Я читал, идут успешные исследования. Ученые научились блокировать вирус. Подавлять его. Ну да, пусть это эксперимент, но есть же перспектива. Да. Вместо того, чтобы лечиться, она весь день проводит в кровати. К врачу сегодня не ходила, вон целый день ничего не ест. Ну, Ань. Да люди в худшем положении за свою жизнь цепляются. А ты сразу сдаваться, а кулаками помахать. Ну, а с нами-то что будет, если ты себя голодом заморишь? Ну? Давай. Ну-ка, не хочешь есть? Вот, на. Кофе хотя бы выпей. Давай, давай. На. Глотни. Вот. И ложечку. Давай, давай. Ну, молодец. Другое дело. Спасибо вам. Mm-hmm. Что бы я без вас делала? Чтобы завтра с утра была у врача. Обещай. А ты не ори на меня, иначе отшлепаю на правах старшей сестры. Шутит. Ну, слава богу. Ладно. Пока. Пока. Ребят, звоните в любое время, ладно? Все, пока. 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 Ну как? Меня так не узнают на улице? Ну, лично я бы не признал. Я не очень в этом страшная. Очень.
Но это-то и хорошо. Будешь в таком наряде, людей от тебя отпугивать, никто не подойдет. Я тебе… Ладно, беги, а то к врачу опоздаешь. Угу. Отлично. Да. Сыночек, здравствуй, дорогой. Как вам отдыхается? Жарко? Вода теплая? Кипяток, мама, только мы уже в Москве. А почему вы вернулись? Да, место не понравилось. Поэтому голос грустный. Игорь, что произошло? Просто я устал, мама. Ладно, отдыхай. Может, и хорошо, что ты в городе. Я что-то плохо себя чувствую. Скорую вызывала. Может, заедешь к матери? Да, конечно. Конечно, состояние тяжелое, но шанс есть. Вы не волнуйтесь, это чистая формальность. У вас результаты с собой? Все анализы у меня на руках. Очень хорошо. А капельницу нельзя заменить уколами? Что бы дома делать? Не хотелось бы торчать в больнице. Да вы и не будете. Походите амбулаторно через день. Понимаете, только уколы вам не помогут. А капельницы снизят вирусную нагрузку в крови до безопасного уровня. А у меня опасный? Вы вовремя обратились. Еще будете принимать таблетки для поддержки иммунитета. Как долго? Пожизненно. Звучит как приговор. Анна Сергеевна, существует много других заболеваний, при которых люди всю жизнь принимают препарат. Сахарный диабет, например. Нина Григорьевна, подготовьте, пожалуйста, место в палате и зайдите ко мне. Я бы хотела для себя отдельную палату. Все-таки я мелькаю на экранах и не хочу, чтобы люди знали, что я здесь лечусь. В другой раз обязательно, а сегодня у вас будет соседка. А насчет этого не волнуйтесь. У нас здесь не болтают. Добрый день. Здравствуйте. Чего ты вылупилась? Самохин, что? Опять скандалишь? Чего она стоит зырит? Тебе что, здесь сыр шапито, что ли? Пойдемте. Пойдемте, ваша палата там. А эта девушка… Самохина? Тоже наша пациентка. Так, если понадоблюсь, вот здесь кнопочка. Да, хорошо. К тебе тоже Самохина приставала? Не обращай ты на нее внимания, она ко всем цепляется. Наркоманка со стажем. Вот у нее крышак и сносит. Самохина, я в школе училась вместе. Она тогда первая красавица была. А сейчас не узнать. От СПИДа краше не становится. А при нем вторичное заболевание подхватить, расплюнуть. Туберкулез или воспаление легких. Да все что угодно. От простого чиха можно умереть. Главное, до СПИДа не доводить. А как до него не доводить? Таблетки принимать вовремя, в одно и то же время, чтобы вирус в крови не зашкалил.
Ну, а что, если я пропущу? Ну, забуду. Один раз не страшно. А если больше, тогда организм перестает реагировать на лекарства, и вирус доконает твой иммунитет. Я напоминальник себе на телефоне поставила. Ты, кстати, тоже поставь, тогда не пропустишь. Еще салатик попробуй. Ты ничего не ешь? Я не хочу, мам. Так все-таки, что случилось? Ты совсем с лица спал и синяки под глазами? С Аней поссорились? Я не в настроении об этом говорить. Сынок, в семейной жизни всякое бывает. У нас с твоим отцом тоже не всегда все гладко было. Но мы тут же мирились. И ты сделай первый шаг. Не рискуй семьей. Анечка, она ведь… Не поссорились мы, мам. Аня больна. У нее ВИЧ. Это не ошибка, мы 100 раз проверяли. А ты? Я здоров, не волнуйся. Боже мой. Боже мой, бедный мой мальчик. Что же теперь делать? Если бы я знал, мама. Ну, я, конечно, делаю вид, что все в порядке, но… Сынок, я даже не знаю, что тебе посоветовать. Бедный мой ребенок. Список стилистов, которые работали с нами за последние… Добрый день. Год. Здравствуйте. Чуть раньше. Анна Сергеевна, здравствуйте. Вы же в отпуске. Не получается у меня отдыхать, Ириш. Вы пилотный выпуск напечатали? Да. Принеси мне, хочу посмотреть. Сейчас. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. Ого, какие люди. Привет. Привет. А ты что это тут? Ты же в отпуске. Где загар? Дурацкие сувениры? Нам с Игорем климат не подошел. Вторую попытку решили не делать. Ну, вы даете. А чего ты там пьешь? Да еще и по сигналу телефона. Ань. Да так, витаминки. Тонус повышает. Слушай, вообще-то мне тоже не мешало бы. Дай посмотреть. Галь, обыкновенные витамины, ничего интересного. Ты лучше покажи мне, как ты без меня справилась. Ну вот смотри. Угу. Ты знаешь, прилично. Очень даже. Рада стараться. Ну, а что у нас с кредитом? Он еще не сдулся? Давай мы дождемся, когда Игорь выйдет из отпуска. Тогда посмотрим. Хочу кофе сварганить. Тебе сделать? Давай. Анька, я прочитала про твои
витамины. Тебя не учили, что рыться в чужих сумках нехорошо? Господи, бедная ты моя. Ну почему ты мне сразу не рассказала? Мы с тобой подруги. Мы сами недавно узнали. Я еще в себя не успела прийти. Вот решила поработать немного, чтобы дома с ума не сойти. А как Игорь? Он держится. Ты знаешь, он у меня такой настоящий оказался. Я бы без него не справилась. Ой, Анька. Ладно, ты иди, я поработаю немного. И, пожалуйста, не говори никому. Хорошо? Ты же знаешь наш попсовый серпентарий. Могла бы не предупреждать. Динамика хорошая, но курс нужно закончить обязательно. Слушаюсь и повинуюсь. Олег Ефимович, я хотела извиниться. За что? Я на приеме себя безобразно вела, простите. Просто нервы не выдержали. Ну что вы еще достойно держали удар. Многие, узнав о диагнозе, в драку лезут, громят кабинет, охрану приходится вызывать. Вот так. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Хорошие новости? Да, положительная динамика. Обмороки прекратились. И чувствую себя намного лучше. Ну и хорошо. Скажите, а Самохину выписали? Я ее что-то давно не видела. Она в интенсивной терапии. С воспалением легких. Боже. А можно ее проведать? Ближе не садитесь и маску не снимайте. Привет. Ты кто? Знаешь? Я Аня Кольцова. Мы с тобой в одном классе учились. Анька. Кольцова. Офигеть. Я б тебя сразу и не узнала. Слушай. Я ж тебя по телеку видела. Ну, ты роскошная стала. В школе-то помнишь? Вроде мышь серая была. Все мальчишки за мной бегали. Вот это да. А здесь, как оказалось, муж заразил или любовник? Нет. У меня нет любовника. И муж меня любит. Я его очень. А мой козлина за это время ко мне даже не пришел ни разу.
И родаки тоже не посещают. Они и раньше меня не жаловали, а тут... Не, я их обиду понимаю, я ж как на таблетке, да на Герыч подсела, так весь дом вынесла. А как к ним потом приползла, они меня даже на порог свой не пустили. И плевать они хотели на то, что я их дочь родная. Видишь, как жизнь? Вот так вот. И жить не хочется. Совсем не хочется. Не говори так. Ты обязательно поправишься. Слышишь меня? Главное, не сдаваться. Слышишь? Вы что делаете? Немедленно уходите. Уходите, я сказала. Хочешь, я к тебе приходить буду? Да что ж это такое-то? Мы с вами по-другому договаривались. Простите, не подумала. Мне ее так жалко стало просто. Себя бы лучше пожалели. Хотите на соседнюю койку? Вот она. Крупнее ее бери. Ага. Так, отлично. Ой, здравствуйте. Анна, постойте. Что вы испытали, когда узнали о своем диагнозе? Анна, скажите, вы давно больны? А от кого вы заразились СПИДом? Анна, скажите, а как отнеслись к этому на телевидении в вашем журнале? Анна, ну куда же вы? Подождите. Анна, Анна, ответьте, не молчите. Ну же, Анна! Они меня выследили. Они меня сняли прямо у клиники. Теперь она знает. Теперь все знают. Кто? Кто? Скажи толком. Крыса эта, Шашкова. Ну как она могла узнать, а? Ты никому не рассказывал? Да нет, кому я мог? Совсем забыл, я же маме рассказал. Зачем? Ну как зачем? Ты что, маму мою не знаешь? Но она не могла. Кстати, твоя Маша тоже в курсе. Конечно. Мама твоя святая, а Маша у меня предатель. Галка Торопцева знала. И Самохина в клинике. Мало ли, с кем она там по телефону треплется. Боже. Боже. Вряд ли это специально, скорее случайно проболтались. Хотя какая теперь разница? Может, обойдется. Ты подтвердила? Нет. Но только все равно паршиво. На работе точно завтра узнают. Анна, скажите, что вы испытали, когда узнали о своем диагнозе? Анна, вы давно больны? Телеведущая пока отказалась давать комментарии. Привет, начальник. Кино смотришь? А я буду продолжать тебя развлекать. Звездная болезнь оказалась СПИДом. Циничный обман телепродюсеров. А здесь имеет ли право больная пропагандировать здоровый образ жизни или деньги не пахнут? А что? По-моему, броско. Ань, это утка. М? Нет. Это правда. Что нам теперь делать? А ты-то чего переживаешь? Нас же закроют. С какой стати? Да этот черный пиар, он нам только рейтинги поднимет.
И Калюжный с каналом скажет нам спасибо. Пойми, никто не режет курицу, которая несет золотые яйца. Нам сейчас главное грамотно отреагировать на эту информацию. Как? Сама говорит, что правда. Такую информацию невозможно опровергнуть. И суд за нее не подашь. Но ее можно еще больше раздуть. Ты же знаешь закон шоу-бизнеса. Не можешь спрятать информацию. Поверни ее в свою пользу. Мы сами все расскажем. Я дам интервью, трогательное, чтобы вызвать сочувствие. Так, все, внимание, готовимся к съемке. Леночка, загримируйте Анну Сергеевну. Наша Леночка отказывается ее гримировать. Что значит отказывается? Ну, вы у нее спросите. Что значит отказываешься? Я не буду ее гримировать. Я тебя уволю с волчьим билетом. И я не шучу. Бегом в гримерку! Ильдар, не надо никого увольнять. Я сама загримируюсь. Работать надо, а не газеты читать. В газетах пишут, что вы длительное время скрывали свой диагноз, чем вводили в заблуждение своих зрителей и поклонников. А некоторые считают, что вы, будучи больной, не имеете морального права вести телешоу, связанное со здоровьем. У нас даже из ерунды способны раздуть сенсацию. На самом деле, я совсем недавно узнала о своей болезни. И скажу честно, я только сейчас оценила истинное значение здоровья. Думаю, мои зрители поймут это и не перестанут мне доверять. Аня, я вижу, как вы мужественно переживаете свою смертельную болезнь. Но что вы почувствовали, когда узнали о своем диагнозе? Вторая крупнее. Еще. Еще. Страх. Эта болезнь стала настоящим испытанием для меня и моей семьи. Но беда только укрепила нас. Юрий Ильич, вызывали? И сблизила меня с мужем. Игорь, вы простите меня, у меня к вам только один вопрос. Вы сами-то здоровы? Что вы имеете в виду? Да вы успокойтесь, Просто мы говорили с вами о должности управляющего. Вы же понимаете, что мне на это место нужен полноценный кандидат. Здоровый, морально, физически. Юрий Ильич, я здоров. Ага. Понятно. Хорошо. Ну, все равно нужно как-то немножко подождать. Ну, чтобы вся эта волна стихла. Вы со мной согласны? Спасибо. Идите работать. Валентин, зайди. Игорь не будет управляющим. В каком смысле? В прямом смысле. Назначим вместо него другого. Ну, хоть зама твоего, Борисова. Послушай, Борисов даже в подметке Игорю не годится. Ты сам говорил, что Игорь лучший. А кредит даем? Пока подождем. Папа. Игорь не виноват, что у него жена заболела. Да и вообще, нельзя так поступать с людьми. Слушай, а что ты так за него хлопочешь? Ладно, может, ты и права. Потом поговорим. Спасибо. А, Светочка, сделайте копию, пожалуйста. Да, хорошо. А, да, вот, кстати, договор по кредиту жены Игоря Вадимовича я... Могу нести на подпись? Нет. Что же, отказались, что ли? Вот бедолага, а. Благодаря жене взлетел, благодаря жене и рухнул. Да. Знаете, Игорь Вадимович замечательный специалист. Согласен. А вам, Максим, даже влиятельная жена не поможет. Что? Да-да. Не обижайтесь на отца. Его можно понять.
А что понять? Должности эту я не просил. Зато просила я. Зачем вам это надо? Хочу, чтобы в моем банке работали профессионалы. Я поговорю с папой на корпоративе, на годовщине банка. То да сё. Я уверена, что у нас все получится. Мне искренне жаль, что такое произошло с вашей женой. До завтра. Изучите, ладно? До свидания, Игорь Вадимович. Хорошо, до свидания. Игорь! Хорошо. Погоди. Да постой. Хочу тебе сказать, что ты молодец. Я думаю, сам видишь, как все в банке радуются тому, что ты прилетаешь с должностью. Но лично я за тебя. Да. Ты уже знаешь? Тю, что ты? Первый день на свете живешь. А может, пойдем? А? Накатим по маленькой. Пожалуйста. Да. Шеф вообще краев уже не видит. Что так и сказал? Разводись. Дал понять. Макс, я люблю свою жену, и я не брошу ее в такой момент. Я понимаю. Ты молодец. На все 100%. Мужик. Вообще, в конце концов, что такой профи, как ты, не найдет работы в другом банке, а? Согласись. Да не хотелось бы. Я столько лет проработал на этом месте. За тебя. За тебя. Еще побесят. Хорошо. Вам того же? Давай. Угу. Игорь? Прости. Расслабился. С должностью меня тормознули. С кредитом, похоже, тоже отказали. Но это ерунда. Главное, мы вместе, мы семья. Это все проклятая болезнь. Она виновата. Ой, ну, Ань, ну не бери в голову. Плевал я на это назначение. Они там еще 300 раз могут передумать. А вот с кредитом... Ничего. Мы прорвемся. Ты видел мой сегодняшний эфир? Я думаю, что все потихоньку успокоится. Ты чаю хочешь? Не. Тогда пойдем спать. Не, я тут, на диванчике. Прилягу. Почему? Ты не хочешь спать со мной? Ну, что ты такое говоришь, а? Я выпил. Меня мутит. Буду перегаром на тебя дышать. Тут до туалета недалеко. Иди, иди, я скоро приду. Отмучилась, бедолага.
Уже, считай, вытащили ее. В палату перевели, а тут... А что случилось? Кто-то принес наркотик. Наверное, дружки ее. Ну, лекарство перестало пить, а медсестра не уследила. Ой, бедняга. Я хочу избавиться от этой болезни. За любые деньги, пускай они здесь, где угодно, в любой точке мира. Что мне делать? Куда мне обратиться? Здравствуйте, Анна Сергеевна. Присядьте. Конечно, я в курсе всех новаций в этой области. И вы можете поехать на лечение в Израиль, США или Японию, где активно ведутся научные разработки по подавлению вируса. Но заметного прорыва нигде нет. Так что вы просто напрасно деньги потратите. Ну, должны же быть какие-то новые методики. Да принцип лечения везде один и тот же. Подавить вирус мы пока не можем. Зато можем контролировать его количество в крови и не давать ему увеличиваться. Значит, надежды нет. Анна Сергеевна, голубушка, не гневите Бога. Я каждый день вижу, как умирают люди, которых уже невозможно спасти, но все равно до последнего. У них есть надежда. У вас она есть и подавно. Да я вообще не исключаю того, что в ближайшем будущем появится лекарство от этой болезни. Так что давайте наберемся терпения и немного подождем. Угу. Я так надеялась, что все же есть шанс. А этот профессор светило медицины. Начал меня кормить байками про светлое будущее науки. Но ведь наука действительно идет вперед. Ну когда это будет? Я же сейчас живу. Еще эта травля в прессе. Игорь ходит чернее тучи. На работе все от меня шугаются. Сегодня в больнице Таня Самохина умерла. Помнишь? Краса нашей школы. Та самая. Я так боюсь, что я тоже, как она. Нет. Нет. Анька, с тобой такого не случится. Нужно только верить. Слышишь? Одна знакомая в школе посоветовала целительницу. Зовут бабка Степанида. Прости, не верю целителям. Все они шарлатаны. Нет, а это настоящая. Правда, живет далековато. В Нижегородской области. Город Тишин. Вот смотри. Вот ее адрес. Тебе обязательно нужно к ней съездить. Вдруг она поможет. Ну? Ну да. Бешеные собаки, 100-верстный крюк. Мам, я дома. Привет, Лёшка. Тётя Аня! Куда? С немытыми руками и мокрый. Иди в ванную, а потом к себе в комнату. Понял? Да. Мне с тётей Аней поговорить еще надо. Пока. Пока, родной. Знаешь, я пойду. Мне еще на работу заскочить нужно. Угу. А сережки мамины ты забери. Не принесли они мне удачи. Пусть пока у тебя побудут. Может, удача еще сработает? Спасибо, сестренка. Я с тобой поговорила, и мне аж на душе легче стало. Я пойду. Пока.
гости прозвонили? Здравствуйте. 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 Согласна. Только давай, чтобы не получилось. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуй, Юля. Неважно выглядит. Ну, не говори. Ты так, Эльдар Саидович, на сердечных сопьешься. Да. Да. Ну? И зачем он свою фифу приводил? Только не говори, что на экскурсию. Что-то устал я. Или постарел. Может, уволиться нахрен, пока инсульт медным тазом не накрыл. Понятно. Решил меня на Лебедева заменить? Ань, ну я ж тебя люблю. 100 лет с тобой работаю, и замены тебе не вижу. Но тот эфир не помог. Пресса как цепи сорвалась, шакалы накинулись. Значит, ты меня отстраняешь? Да не я, Калюжный. Ань, я дрался за тебя, как лев. Я глотку ему грызну, что я могу? Он полагает, что Лебедев у нас спасет. Все-таки первый приз ее, ну вы... Ну, а ты? Ты сам как считаешь? Анечка, Анушка, я... Как же я без тебя буду, а? Я не знаю, ну, нет, я... милый, так не пойдет. Это не я тебя, это ты меня должен успокаивать. Так что слезы свои крокодили здесь не лей. И, между прочим, не все отказываются со мной общаться. Я пойду. Ай, ты не пропадай. Если помощь какая нужна, ты обращайся. Да не злись ты на Абаева. Он же поперек Калюжного ничего сделать не может. Разве только высказать личное мнение и все. Тем более, что Калюжный, к сожалению, прав. И ты туда же. Анечка, ну кто тебе правду скажет, кроме меня? Не хотела я тебе, конечно, говорить, но ты пойми, некоторые компании уже отказываются у нас размещать рекламу, понимаешь? Например, Фемини, модный дом. Сказали, якобы испытывают внезапные финансовые затруднения. Ты представляешь? Ань, ты только, пожалуйста, не обижайся. Но может тебе уйти с поста главного редактора? Это только на время. Пойми, пока все не забудут. Подумай об этом. Да мы прогорим, Аня, пойми. Ты потеряешь не только ток-шоу, но еще и журнал. Ты что, этого хочешь? Я подумаю. Новость сегодняшнего дня. Руководство популярного ток-шоу «Про тебя» приняло решение сменить ведущую Анну Кольцову на Юлию Лебедеву, победительницу конкурса «Сердце экрана». Мы спросили у продюсера программы, не связана ли это неожиданная перемена с известием, будто Анна Кольцова инфицирована ВИЧ. Мы не верим слухам. Но даже если бы это было так, мы бы не стали подвергать Анну Кольцову дискриминации по этой причине. Вопрос в другом. Шоу давно уже требовало обновления, и мы решили, так сказать, влить молодую кровь. Лицемеры! Сволочи! Я столько сил потратила на это шоу, а меня мало того, что выкинули, так они еще и заявляют на весь мир, что это я вышла в тираж.
как старые стоптанные тапочки. Ну, а что ты от них хотела? Им же надо как-то оправдывать собственную гнусность. Да пошли они куда подальше, сердце-то зачем отрывать? Пульт зачем разбил? Прости, сейчас я соберу. Они все равно пожалеют, что они меня пошвырнули. Только я к ним уже не вернусь. Правильно. Посидишь дома, восстановишься. Я нормально зарабатываю, смогу обеспечить свою красавицу жену. На жизнь хватит. А ты куда собрался? На корпоратив. Я же говорил. Нет. Значит, забыл. Но ты же все равно сейчас никуда не ходишь. Я ненадолго. Я пойду с тобой. Мы же раньше всегда вместе ходили. Сейчас я быстро переоденусь. Давай ты пойдешь в другой раз. Почему? Ты что, меня стесняешься? Нет, конечно. Просто приглашены только одни сотрудники, без членов семей. Отмечаем узким кругом. Странно. Раньше такого не было. Но... А давай, я пойду с тобой. А если других жен не будет, я сразу вернусь домой. Идет? Все. Я никуда не иду. Нет, это неправильно. У тебя и так проблемы на работе. А если ты не придешь на праздник банка, то начальство поймет неправильно. Ты должен пойти. Тебя, папа. Юрий, ваше здоровье. Вот видишь, все пришли с женами, а не поодиночке. Значит, я что-то напутал. Друзья, сегодня особенный день. 20 лет назад появился наш банк. Были очень непростые времена, но он выстоял, вырос и занял почетное место в списке доходности. Я благодарю всех вас, всех, кто был с нами все эти годы, кто поверил в нас. Мы с вами вместе. Работаем дальше. Это и твой праздник. А пока. Пойдем, поздравим твоего шефа. Поздравляю. Спасибо. Велеем вас. Спасибо. Спасибо. Не надо. К нему сейчас не пробиться. А мы пробьемся. Пойдем, пойдем. Все-таки такой день. Еще обидится. Искренне. Я тоже рад. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. С годовщиной. Юрий Ильич, благодарю вас. Отличная речь. Коротко и лаконично. Я бы, в свою очередь, тоже хотела вас поздравить. Уверена, что нас всех ждет богатое и счастливое будущее. Да, да, конечно. Кстати, Юрий Ильич, я хотела бы поговорить с вами насчет кредита. Анна Сергеевна, да вы не волнуйтесь, я помню о вас. Давайте о делах потом. Позвоните мне в понедельник.
Я буду в вашем полном распоряжении. Договорились? Спасибо, что пришли. Приятно вас видеть. Но вот это переживал. Никто от нас не отвернулся. Я же говорила, что все будет хорошо. Ну что же, я рада вас видеть. Аня, знаю, что вы больше не ведете свое шоу. Без вас оно будет совершенно неинтересно. Мне очень жаль. Все в порядке? Да, здесь просто немного душно. Подожди, я вернусь через минуту. Извините. Старик, я, конечно, на твоей стороне, но, может быть, ты бы лучше не приходила. Обалдела, когда ее увидела. С такой болезнью надо дома сидеть. А она? Игорь Вадимовича жалко. Классный мужик. Интересно, а он с ней спит? А? Как думаешь? За автографами ко мне выстраивались, и теперь. И Валентина эта. Сучка. Аня. Она просто хотела тебя поддержать. Они все знают про мою болезнь. Все. И все о ней говорят. Они в лицо улыбаются, а за спиной. Ну и пусть. Нам какое дело до них? Не обращай внимания. Да, ты прав. Прав, прости. Что-то нервы сдали. Вот, уже лучше. Эх ты, плакса-вакс. Вот опять. С такими нервами надо что-то делать. О, помнишь, Аганины хорошо отзывались? Ну, тот психолог, который со всей элитой работает. А почему вы решили, что от вас все отвернулись? Молчит. Раньше на звонки не успевала отвечать. А сейчас… Сама, если звоню куда-нибудь, например, в банк мужу на работу, начальнику, все время одно и то же. Юрий Ильич занят, перезвоните завтра. Я что, дура? Я же понимаю, что стала никому не нужна. А ваши близкие? Сестра, а муж? Они ведь от вас не отвернулись. Семья – это главная ценность в жизни. Только с ними вы не будете чувствовать себя одинокой. Да,
Но я все равно буду больна. Как с этим жить? Постараться принять болезнь. Разве это возможно? Возможно. Раз нельзя изменить ситуацию, изменитесь сами. У вас получится, я уверена. Вы же сильная. И мужа своего поддержите. Игоря? А вы не задумывались о том, что ему сейчас тоже очень нелегко? Почему ты трубку не берешь? Сам не звонишь. Я вся извелась. На работе сказали, взял отгул. Хотела Анне звонить, потом решила сама приехать. Как ты? По-разному. Я тут наготовила тебе. Небось, голодный ходишь. Мам, ну не нужно было. Угу, не нужно. Нужно, нужно. Открой салатик. Ешь. Тепленько еще. Сейчас тарелку дам. Аня скоро придет? Не знаю. Она сейчас у психолога. Бедная девочка. Эти писаки ей травлю настоящую устроили. Мам, перестань. Нормальные люди на эти сплетни внимания не обращают. Да-да. Я с женой Владимира Ивановича поссорилась. Она сказала, что наша Аня тебе изменяла. Я попросила ее больше мне не звонить. А Ане нужно в суд подать на этих писак за клевету. Я хочу, чтобы ты знал. Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой. Сыночек мой, ты же у меня единственный. Ужас какой, что же нам делать? Мам, мам, успокойся, пожалуйста, не плачь, пожалуйста. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, ладно, что-то я расклеилась. Все, все. Пойду. Мам, спасибо, что заехал.
Да. Валентина? Игорь! Игорь, ты дома? Я дома, готовлю ужин. Приходи скорее, будет сюрприз. Я люблю тебя. Еще виски? Наливай. Держи. Не сладко тебе, но ты молодец, хорошо держишься. Стараюсь. Только вот дома находиться не могу. Одеться некуда. И не жалуюсь, ты не подумай. Просто иногда накатывает. Тяжело, маму жалко. Аню жалко. Всех жалко. Ну, ты же не виноват, что она заболела. Знаешь, что больше всего бесит? Бессилие. Я ведь ничем ей помочь не могу. И что делать, не знаю. Я так напился, дурак, а? Думаю, и так топор войны висит, а я в таком виде, а? Стоишь? Да. Слушай, поехали ко мне. Ванна, кофе. Быстро протрезвеешь, потом мой водитель тебя домой отвезет. Поехали. Садитесь, пожалуйста. Давай, садись в машину. Садись. Иди сюда. Заходи. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Проходи. Вот так. Может, кофе? Ну что ты? Ну что ты так расстроился? Ну не надо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мой милый. Мой хороший. Мой самый лучший. Самый лучший. Я всю ночь тебе звонила. У тебя телефон был выключен. Я
боялась, что с тобой что-то случилось. Игорь. Ты чего молчишь? Только не надо врать. Прости меня, я так получилось, я просто выпил. Не прикасайся ко мне. Ты… Что? Ты… Что ты? Что ты делаешь из меня монстра? Как будто я один во всем виноват. Ты у нас святая мученица, а я дерьмо собачье. Хватит. Хватит спекулировать своей болезнью. Что? Что ты сказал? Что слышал? Я ухожу. Меня здесь не будет больше. Ань, прости меня. Ненавижу тебя. Я поживу у тебя пару дней. Ну, не вопрос. Ничего. Сейчас позавтракаешь, сразу легче станет. Сытый желудок, я тебе скажу, гасит эмоции. Он же меня даже не остановил, не пошел за мной. Может, он и не любил меня никогда? Анька, да любил. Успокойся. Небось, сейчас волосы на себе рвет. Но он же не изверг. Ты ешь давай. Ешь. Но оступился. Но всяко бывает. Фигово ему, понимаешь? А ты жена. Понимать его должна за 10 лет супружества. Ну и простить. Засранца. А вот тут Танька не права. Приди-ка ты, наконец, в себя. Но оцени ты трезво ситуацию. Твоя болезнь – это не приговор. Еще не такое люди переживали. И ты переживешь. А вот семью надо беречь.
видишь? О-о-о. Ничего себе. Целый день спала. Ну и отлично. Игорь, не звонил? Нет. Я знаю, что подумала. Может, я действительно погорячилась. Как-никак он мой самый близкий человек. Наконец-то у тебя мозги на место становятся. Это значит, ты не безнадежная. Так, ладно, давай вставай. Я там вкусности накупила. Пойдем-ка мы с тобой ужин готовить. Давай, давай. Представляешь, отправила Маке отвертку, а типография тормознула. Ты же документы не завизировала. Ёлки. Угу. Давай я сейчас подпишу все, что нужно. Нас все равно на неделю отодвинули. Фигово, конечно, что журнал выйдет с опозданием. Вообще, знаешь, Аня, может, правильнее было бы, если бы ты написала на меня доверенность. Просто, чтобы не было больше таких проколов. Ну-ка, попробуй. Не пересолила? Осторожно. Нет, в самый раз. Давай продиктуй мне только что писать. А ты боишься, что сейчас не соображу. Хорошо. Угу. Так, пиши. Значит, генеральному директору журнала «ОНА» Торопцевой ГВ от главного редактора Кольцовой. А, подожди, ты же у нас по паспорту. Головина. Угу. Головиной АС. Здесь заявление. Анька, ну ты же понимаешь, что это формальность? Ну, конечно. Просто на время, пока все не устаканится. Да-да. Пора лекарства пить. Алло, Галина Владимировна, а это Шашкова вас беспокоит. Скандал по Кольцову идет на спад. Мне не хватает материала. Не могу же я одно и то же в эфир давать. Может быть, что-нибудь новое подбросите? Ну, чтобы показать можно было. А, ну ты что тут застрял-то? Шашкова звонит. Ответишь? Что мне оставалось делать? Все равно рано или поздно все бы узнали. Это было дело лишь времени. А журнал бы закрыли. Тебе надо было исчезнуть, чтобы этого не произошло. Анька, ну я же на самом деле люблю тебя, ты же знаешь это. Просто сама бы ты никогда не ушла. Рефлексировала бы до последнего, пока все бы не обвалилось. Ты пойми, твоя репутация гробит журнал. А я слишком много в него вложила, чтобы этого не допустить. Нет, ну что? Я разве не права? Нет, ты подожди.
Пока ты фестивалила по этим своим ток-шоу, этим конкурсам, я здесь лямку тянула. Я реально работала. Этот журнал для меня – это мой дом. Понимаешь, это моя семья. У меня ничего, кроме него, больше нет. Понимаешь это? Его бы тоже уже давно не было, если бы не я. Это я его спасала. Я его и сейчас спасу. Поняла? Маш, с тобой все в порядке? Ты где? Я звоню тебе домой, Игорь что-то невнятное бормочет. Машунь, я ушла от него. Как? Почему? Лёшка! Тетя Аня! Привет! Привет! Привет, хулиган. Ты к нам? Да, поживу у вас немножко. Ура! Тетя Аня, а почему, когда ты ушла, мама чашку с блюдцем кипятила? Так, а мама тебе это как объяснила? Ну, сказала для дезинфекции, потому что можно заразиться. А это опасно. А что опасно? Ой, ты поцарапалась? Ерунда. Дима, руки. Скоро твоя любимая тетка нагрянет, будем ужинать. Я ее во дворе встретила. Да? А почему она к нам не зашла? Ну, наверное, у нее планы поменялись. Так. А, алло? Ну, как ты понимаешь, я ведь тебя жду. Я просто подумала, что у вас и так маленькая квартира. Что я вас буду стеснять? А мне друзья позвонили, они на отдых уезжают, у них квартира освобождается. Только ключи нужно срочно забрать. Ты не беспокойся, Маш. У меня… Друзья – половина города. Я всегда найду, где остановиться. Пап, позвони мне, пожалуйста, как устроишься, ладно? И, если что, сразу ко мне. И ты мне не рассказала, что у вас там с Игорем произошло. Мы обязательно обо всем еще успеем поговорить, Маш. Лёшку береги. Мамуль! Мам, у тебя все в порядке? Да. Наверное. Тишина. На ближайший. Есть купе. Будете брать? Отправление 22. Давайте. Поезд находится у платформы номер 6. Здравствуйте. 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 Давайте я вам помогу. Спасибо. А мы все гадали.
Кого нам Бог в попутчики пошлет? Принеси девушке чаю. Зачем же чаю? У меня кое-что на случай знакомства есть. Нет-нет, спасибо, я лучше чаю и спать. Очень устала, день тяжелый был. Ой, как я вас понимаю, я сама, когда устану, без снотворного заснуть не могу. Ай, хотите таблеточку? Нет, спасибо. Ну. А, простите, можно? Угу. Да, конечно. А я пока за чайком схожу. Спасибо большое, что разбудили. Угу. До свидания. До свидания. Извините, вы не подскажете? Вы не подскажете, где улица Осавиахима? Со станции выйдете направо до конца, а там спросите. Спасибо. Здравствуйте. А вам кого? Здравствуйте. Я к бабке Степаниде. Можно ее увидеть? А бабушка умерла уже месяц как. Я ее внучка. А что у вас? ВИЧ. Мне говорили, она... Все болезни лечит, и смертельные тоже. Думала, может, она мне поможет. Да вы с виду вроде городская, слухом верите, как из глухой деревни. От вашей болезни только серьезные лекарства помогают. А бабушка она травками лечила, заговорами. А вы на чудо надеялись. Держи. Спасибо тебе, Любашечка. Здравствуйте. Здрасте. 200 грамм сервелата. И полбатона хлеба. И порежьте, пожалуйста. Если можно, еще воду минеральную негазированную. Со вчерашнего дня ничего не ела. Я, кажется, бумажник потеряла. Господи. У меня же там все документы были. Значит, не будете покупать? А, подождите, я обычно сдачу в карманы кладу. Может, есть что-то?
Вот. Вон, бутылка. Подбери. А я вас как раз жду. Как там мой заказ? Собрала, Виктор Борисович, как договаривались. Пройдемте, пожалуйста. Одну секундочку. Вот сюда, все уже готово. Аккуратнее. Я стараюсь. Ну что, как тачка? Ой, откуда ж такая красотища? Откуда, откуда? Батя не подарил. Я, правда, Порш хотел. Но он пообещал, что через год и Порш подарит, если это не раздолбая. Мы уже третий день отмечаем. Секунду. А сейчас мы в плюс поедем. Че, поехали с нами? Развлечемся не по-детски. Я только магазин закрою. Че? Да пошутил я. Размечталась уже. Смотри, какая телочка. Ща. Привет. Отдыхаешь? Может, познакомимся? Ты, я смотрю, не местная? Может, прокатимся вместе? Мы тебе город покажем. А? А тут сидишь одна, скучаешь. Извините, у меня другие планы. Да ладно, чё, не трогайте меня. Я с вами никуда не поеду. Больно надо. У, Витёк, чё, она тебя отшила? Теряешь хватку. Баб надо. Жестче укращать. Хочешь, покажу? Пошел ты. Ну-ка, вставай! Пустите! Помоги ее до машины затащить! Да помогите! Пусти! Брыкается, сука! Люди! Да, будешь орать, я тебе кулаком в рот! Помогите! Пустите меня! Да заткнись ты, сука! Пусти! На, поведешь. Пусти! Расслабься! Не надо, пожалуйста, помогите! Смотри, как она смешно дергается! Не трогай меня! Руки! Что-то слышишь? Побежали!
Разводочка! Ты от нас не спрячешься! Иди ко мне! Малышка! Ты все равно от нас не спрячешься! Что-то не видно ее. Зайка! Ты где? Выходи давай! Слышишь ты? Меня это начинает напрягать! Ну ты достала, сука! Слышишь ты, коза? Не доводи меня! Выходи, лучше будет, тварь! Тварь, сука. Упустили, походу. Добегалась, тварь! Иди сюда! Не надо! Иди сюда! Не надо мне, Вить! Вить, слышим, может, это правда? Да что ты ее слышишь? Она гонит! Помогите! 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 Громче, ори! Ори, давай! Ну, ори! Ай, сука! Тварь! Иди сюда! Эдик! Витя! Батя. Ну и чё, блин? Батя. Как ты нас нашел? Ребята доложили. Гуляете шумно. Вы чё, под кайфом, что ли? Так, что случилось? Да так. Да нормально все. Нормально, говоришь? Ну-ка. Это укус. И явно не собачий. Говори, что случилось. Я тебя спрашиваю! Это была его идея. Ну, с тёлкой с одной поигрались. Чё такого-то? С тёлкой? Ты тоже поиграл? Ну да, а чё? Вот серьги взял на память.
Где она? Где она? Пришли, походу. Ну, кажется, это вот здесь было. Вот лощина, а вот дерево. Девка! Девка где? Не знаю. Сбежала, наверное. Я когда уходил, она в отключке была. А тебе она зачем? Значит так, слушайте меня внимательно. Если она на вас заявит, вы сядете оба и надолго, ясно? Мы за тебя твое дерьмо разгребать не будем, понял? Слушай, ты отпустил! Отпусти меня, я батя скажу! Да батя тебе! Первый бошку проломит! Батя он скажет! Поэтому будьте искать, пока не найдете! Где мы ее искать-то будем? Может, она убежала вообще, или это вообще не то место? Эй, стоять! Пап, не трогай его! Иди отсюда! Я для вас стараюсь, придурок! А ты мне под руки лезешь! В тюрьме вам кранты, понял? Придурки! Мозгами, а не причинным местом! Думать надо было! Надо же было вляпаться в такое дерьмо! Чего ты разлегся? Вставай, пошли! Идиоты, а! Не отставай! Витя! Выходи! Пап, да она шлюха приезжая, такая в полицию не сунется. Свалит отсюда и все. А если нет? Вить, ну хватит тебе прятаться! А. Ладно. Будем надеяться, что где-нибудь в канаве сдохнет. А если нет, умолить, что вон номер не запомнила. Сергей, давай. Чтоб никому не вякали. Поехали. Задрала попса. Мини-пластинку. Че тебе? Единое озеро, что ли, поставить? Твою мать. Женщина за 30 поступила полтора часа тому назад. Дальнобойщики на шоссе подобрали. По характерным признакам была изнасилована и избита. А о себе ничего не рассказывала? Нет. Рана не опасная, но она в стрессе. Ладно, все, давай, я побежал дальше сам. Дай сюда. Привет, Дим. Ну, здорово. Закончил? Да, стандартный набор. Кровь, сперма, соскобы из-под ногтей. Дуй в лабораторию, сдай все под ключ. Угу. Постановление на экспертизу я тебе позже пришлю. Хорошо. Здравствуйте. Присядь здесь. Здрасте. Здравствуйте. Следователь Следственного комитета, майор юстиции Доронин Дмитрий Андреевич. Говорить можете? Хорошо. Пожалуйста, представьтесь. Имя, фамилия, возраст, место прописки. Может, документы какие-то есть, паспорт. Головина Анна Сергеевна. 32 года. Живу в Москве. Документы, наверное, потеряла, они у меня с кошельком пропали. Ясно. Где работаете? Уже нигде. А сможете рассказать, что с вами произошло? На вас напали? Где это случилось? Сколько их было? Сможете описать? Послушайте, Анна Сергеевна, что бы ни случилось, вы живы. И это самое главное. Зачем?
Зачем мне жить? Зачем мне жить? Сестра! Зачем мне жить? Зачем? Тихо, 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 тихо. Ложитесь. Вот. Зачем мне жить? Утром приезжаете, видите же? Да. До свидания. Тихо, тихо, тихо. Ну все, 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 ну все. А ваш диагноз подтвердился. Сожалею. Что ты делаешь из меня монстра? Ты у нас святая, мученица, а я? Я дерьмо собачье! Давай! Ну, ори! Ау! Ай, сука! Thank you.
Ты слышишь? Даша, я не смей умирать, не смей. Господи, пусть она живет, Господи. Господи, пусть она живет, Господи. Иван Тихонович велел вас в палату проводить. Скажите, что с девочкой? Нормально все. Откачали. Пойдемте. Так, хорошо. Записал. По сводке ничего существенного не было. Одна драка. Студенты в общежитии день рождения отмечали. Опять кража на вокзале. В общем, все не ваше. Подожди-ка. Ну-ка, иди сюда. А вот это что, вызов из больницы? Изнасилование. Подробностей не знаю. От вас выжал Доронин. Хорошо, иди. Есть. А сегодня на вопросы она сможет отвечать? Думаю, да. Возможно, частичная амнезия, но в целом она вполне адекватна. Здесь выписка и медицинское свидетельствование ваших травм. Сохраните. Я подниму. Доброе утро. Помню сквер. Кажется, возле вокзала. Дальше провал. Потом больница. А на шоссе как оказались? Юбка грязная. Значит, сквер у вокзала. Вы не против прокатиться? Ну вот, это место. Здесь? Здесь произошло. Привет. Да. Сколько их было? Описать сможете? Двое. Их было двое. Один среднего роста, русый, Витя зовут, второго не помню. Они в магазин приехали за продуктами. У них машина была черная, Land Cruiser. Да не жмоться ты. Дай буток. Ох, мне, видишь, ё-моё. Ну, даром богадельни подают. Иди отсюда, чучело. Клиентов мне пугаешь. Ишь, повадился. Какие люди. Здравствуйте, гражданин следователь. Вы что, купить пришли? Или так?
симпатии мимо проходили. Любушка, ты глазки мне не строй. Я все равно не женюсь. Вчера двое на крузаке затаривались у тебя. Да у меня много кто затаривается. Угу. Всех не упомнишь. А чё? Узнаешь? Нет. Ну как же так? Я же была у вас здесь. Да вы же им ящик водки выносили, у них машина здесь, у крыльца стояла. Гражданочка, вы что-то путаете. Я ничего такого не видела. Ну как же? У меня же вещи там, в сквере остались. Ну что, Любушка, пойдешь как соучастница. А вы мне тут не грозите? А с дамочкой своей разберитесь. Бредит она. То шмотки у нее какие-то пропали, то крузак придумала. А я за ее сочинение отвечай. А давай видео вчерашнее с камеры посмотрим. А, так поломанная она. Видите, лампочка не горит. От воров отпугивает. Ну что, у вас все? Я пошла, некогда мне с вами. Работать надо. Вы мне не верите? Эх, Люба, а я думал, поворкуем с тобой, по-дружески. С бабой своей воркуй, а я только под повестку говорить буду. Чего ты ко мне привязался? Мне кажется, это мой телефон звонит. Мелодия та же. Эй! Здесь кассу посторонним нельзя. А вы почему не реагируете? Что ж ты врешь и не краснеешь, а, Люба? Официоза захотела? Я тебя сейчас устрою. Я твой магазин прикрою сейчас, тебя арестую и обыск организую здесь. Показывай. Вот, нашла, нате вам. Хотела в полицию сдать, да не успела. А я вашу симку выкинула. Так вот вам взамен новая. В подарок. Спасибо, Люба. Можешь про тех двоих, что вспомнила? Никого не видела. Вот тебе крест. Что хотите со мной делать, я не знаю. Может, подсобки была, может, еще где, ну, честное слово. Кого же ты так боишься-то? Смотри. Не пожалей. Вас потом отвезли. А куда-то за город. А конкретней? Там речка была и лес. Речка и лес. Да, не густо. Это последняя точка. Других идей у меня нет. Ну что, сворачиваемся? Погоди. Это здесь. Может, вы все-таки ошиблись? Сколько уже бродим? Нет, я точно помню.
Куда дальше? Сложно сориентироваться. Я не по тропинке бежала. Что там? Вроде сюда. Идем. Не могу вспомнить. Это мой платок. Не трогайте, не трогайте. Петь, зафиксируй. Есть. Пришли, походу. Ну, кажется, это вот здесь было. Вот лощина, а вот дерево. Девка! Девка где? Слушайте меня внимательно. Если она вас сдаст, вы сядете оба и надолго. Мы за тебя твое дерьмо разгребать не будем, понял? Поэтому будете искать, пока не найдете ее. Третий был. Он велел искать меня, пока не найдут. Третий? Вы его вспомнили? Простите, было темно, я… Мне кажется, он старше этих двоих. Я голос его слышала, он такой хриплый. Они мне сережки забрали, я не говорила. Нет. Дорогие. Нет. Но они мамины. Петь, зафиксируй про сережки. Пятно. 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 Не оттирай. Да бог с ним, с пятном. Все прошло. Все… позади. Ничего не прошло. Господи. Господи, ну почему я? Ну почему я? Господи, за что мне это все? Говорят, эта женщина утопиться хотела. Еще бы такое пережить. Да уж. А девочка эта, которую она спасла? Голодная, одета плохенько. С такой жизнью ребенок долго не протянет. Ну ладно, в обед увидимся. Ну что, малыш, пора на процедуры. Малыш? Глянь-ка, доча пришла. А что это за рванье на тебя? Чего молчишь? Ты где свои шмотки оставила? Не напасешься на тебя. Наливай. Так это кончилось наливалово, Верунчик. А не послать ли нам гонца? Надюша,
А топай в магазин, а я тебе картошечки наварю. Хочешь картошечки? Тогда маме за водкой. Сходи. Мама без водки болеет, ты ж знаешь. Ну вот, это здесь. В общежитии? Ну, не на улице же вам ночевать. Здравствуйте, Дмитрий. Серьезно, там ночью. Прошу. А ты сейчас куда? Дует в комнату. Раиса Петровна. Дмитрий Андреевич, здрасте. Как раз хотела с вами поговорить. Ну, ребята молодые, глупые. Ну, выпили чуток. Вы уж не очень там с ними. А вы о чем? Как о чем? О драке вчерашней. Я драками не занимаюсь. Я к вам жиличку привел. Документы утеряны. В гостинице не получилось. Примите, пожалуйста, на пару суток под мою ответственность. Дмитрий Андреевич, ну, вдруг проверка. Документик сделаю и вам привезу. Спасибо. Все, тогда, как вы будете нужны, я позвоню. А поэтому не забудьте симку в телефон вставить. Спасибо. Туалет на этаже. В общежитии после 22 не пускаем. Вопросы есть? Где у вас поесть можно? Столовка не работает. Магазин есть за углом, но не складиры. Мышей не разводи. Спасибо, Лю. Заходи. Пока. Ну, что еще? Все отдала, все рассказала. Ничего больше не знаю. Я по другому вопросу. Вы не знаете, где вещи можно продать? На вокзал к поезду отнеси. Только пассажиры много не дадут. Ну, так уж и быть. Выручу тебя. Ну, это же совсем мало. Не хочешь, не бери. Только у тебя вещи ношеные, а я оптом покупаю. А по одной? Год будешь продавать. Ладно. Берите. Можно у вас тогда купить колбасы, хлеба, чаю, сахара? Не вопрос. За счет заведения угощаю. Помни мою доброту. Люба, скажите, вы же знаете, кто на меня напал? Ну, вы же тоже женщина. Неужели вам меня не жалко? Жалко. Поэтому дам тебе хороший совет. Вали из города поскорее. Забудь обо всем.
и вали пока цела. Ты что пришла? А ну уходи. И матери передай, пока долг не вернет, водки не дам. Ой, не надо тут на жалость мне бить. Давай, шагай отсюда. Не кричите на ребенка. Вы что, не видите? Мне плохо. Ты почему здесь? Продолжай. Ты что, из больницы сбежала? Пойдем. И водку ей больше не смейте давать. Пойдем, пойдем. Здесь. Только мама ругаться будет. Послушайте, нам с вами надо серьезно поговорить. Ты чё прячешься? А водка где? Где водка? Я тебя спрашиваю! Вы что делаете? Не смейте бить ребенка. Ты кто такая, чё ты лезешь? Это мой ребенок, а хочу, так воспитываю. Тебе не стыдно, дрянь? У матери трубы горят, ты пустая пришла. Живо мухой в магазин! Без водки не возвращайся! Никуда она не пойдет. А если вы не прекратите, я вызову полицию. Да ты вообще кто такая, чтобы меня учить? Слышь, ты, а ну, не борзи. Надя! Надя! Наденька! Уйди! Наденька, доченька, ты же меня слышишь? Ты что с тобой? Люди добрые, помогите! Мама тебя любит, Надя! Наденька! Дочка! Помоги. Аккуратнее. Принимай. Все, поехали. Это список всех черных ланкрузеров. Угу. Значит, один принадлежит Виктору Юганову. Угу. И что? Ты присаживайся, присаживайся. В ногах правда-то нет. Ну, как что? Постовые видели, что как раз в эти дни Юганов-младший обмывал покупку. Да уж, эти пьянки-гулянки. Плохо за ним отец смотрит, плохо. Отправил его куда-нибудь подальше, не знаю, в Москву или за границу. И нам бы легче дышалось. На месте изнасилования что-то нашли? Нашли. Следы борьбы и платок потерпевший. По Юганову никаких зацепок? Плохо. Плохо. А помнится, Юганов-старший твоим тренером был, так? Да, но это 100 лет назад было. Александр Осипович, если вы намекаете на мою предвзятость… Нет, нет, наоборот, наоборот. Это хорошо, Мить. Значит, ты… Всю их семейку знаешь. Смекать должен, что Витька, конечно, раздолбай редкий, но никогда черту не переходил. Доказательства нужны. Ты это понимаешь? Понимаю. Проведу опознание. На потерпевшую тоже внимание обрати. С Витькой все понятно, он как этот бутерброд с колбасой. А вот она. Кто она такая? Документов нет. Черт, лицо знакомое. Знаешь, ты ее пальчики покатай. По базе проверим. Ну, мы же ориентируемся только на ее показания. Она мало ли привлекалась или интерес какой личный имеет в этом деле. По подельнику соображения есть? Пока нет. Она его не видела. Но если она опознает Юганова-младшего, я его раскалю. И про третьего он мне расскажет. Про третьего? О как! Да у твоей потерпевшей преступники множество. Я не знаю, как грибы после дождя. Так скоро мы целую банду ловить будем. Ох ты, черт. Надо же. Александр Ничего, Иванович. Сейчас, подожди. Все нормально. Ладно, давай. Иди. А, да. Фотографию потерпевшей оставь. Я, может быть,
помню. Где я ее видел? Шагай, шагай. Зачем звал, начальник? Дело есть. Держи. Да, да. Ты меня правильно понял. Ничего я не понял. Ты, я тут при чем? Я не мокрушник. Да мне плевать, кто ты. А ты мне должен. И пришло время, Федя, платить по долгам. Часики, знаешь, очень быстро тикают. Короче. Завтра к утру она должна исчезнуть. Тебе ясно? Не, начальник, я такими делами не занимаюсь, ты понял? А хочешь, лучше сажай по новой тогда. Слышь ты, мамашке твоей вряд ли в зоне понравится. И пойдет она следом за тобой. За хранение и распространение, ясно? Ты мать их трогай, понял? Она вообще не при делах. Ты знаешь, может быть, судья ее пожалеет, может быть. Только я обещать ничего не могу. Смотря сколько у нее дома дури найдут. Теперь давай, проваливай отсюда, сучонок. К маманьке своей. Спасибо. Скажите, а зачем у меня снимают отпечатки пальцев? Вы меня в чем-то подозреваете? Следствие, гражданочка, не должно исключать ни единой версии. А то есть бывают такие персонажи, готовые сами себя покалечить, лишь бы цели своей добиться, да? Юр. Не понимаю. Вы меня в чем-то обвиняете? Кеша, спасибо. Мой коллега неверно выразился. Он хотел сказать, что если вы от нас что-то скрываете, то сейчас самое время рассказать. У меня нет тайн, которые касались бы следствия. Вот и прекрасно. Тогда завтра в 10 утра жду вас на опознание. Вы их нашли? Все ответы завтра. Не опаздывайте. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Юр, ну ты чё? А чё с ней цаскаться? Или ты чё? Чего? Запал на нее? Да ладно тебе. Умник, иди давай. Эх, майор. Здорово, майор. Здорово. Наши из информотдела проверили твою потерпевшую. Перед законом чиста, как слеза ребенка, в криминальных базах ее нет. Спасибо, Серег, так и знал. Ну, а в остальном что, все подтвердилось. Головина Анна Сергеевна прописана в Москве, замужем. Угу.
Ну все, давай. А справку об утере документов сделали ей? Дим, да не вопрос, сделаем. Только давай не сегодня, ну. Нет, давай прямо сейчас. Есть. Ладно тебе. Так будет все. Тетенька, помогите, там человеку плохо. Где? Там, на земле лежит. Походу, умирает. Скорее. Ну же, быстрее. Где он? Долго еще? Дальше, там. Эй! Где ты? Ты где? Раиса Петровна. Здравствуйте. Я вам для Анны документик привез. Хотел, лучше я сам передам. Так ее нет. Как с утра ушла, так и не возвращалась. Я сейчас на скачку не поставлю. Ясно. Все равно не уйдешь. Помогите! Алло. Что? Набегалась, тварь? Ух ты! Тига! Помогите! Пожалуйста! Стоять! Руки! Руки подними! Подними руки! Отойди от нее! Три шага назад! Руки выше держи! Повернись! Повернись! Жива? Кажется, да. Вовремя. Идти сможете? Ваш телефон по дороге подобрал. Александр Осипович. Товарищ полковник, на потерпевшую совершено нападение. Нападавшего задержали? Сбежал. Лица не разглядел. Прошу разрешения выделить потерпевшую охрану. Не беспокойтесь. Мы сделаем все, чтобы поймать преступника. Можно тебя на минутку? Мить. Ты чего просишь? Где я тебе возьму охрану? Опера и так вон зашиваются. Ну, на нее же не просто так напали. Завтра опознание. А может, это банальный грабеж? У нее ничего не взяли. Вот ты испугнул. Слушай, короче, Дронин, давай так, не нагнетай, а? Ничего до завтра своей потерпевшей не случится.
не получилось с охраной. Дмитрий Андреевич, скажите, это ваш начальник? Да, это начальник следственного отдела. Послушайте, я понимаю, что, наверное, это бред, но... мне кажется, я узнала его голос. Помните, третий в лесу? Да нет. До этого быть не может, Анна Сергеевна, вы что? Александр Осипович, он же всю жизнь в органах. Мы его за глаза батей зовем. Он нас всему научил, и по делу, и по жизни. Вы просто перенервничали. Если вы подождете, я вас до общаги подброшу. А вдруг тот туда придет? Может, вы меня лучше в КПЗ запрете? Хорошая идея. Предупреждал же с Витькой не связываться. Не дал бог мозгов, а хоть бы отца послушал. Слава богу, мать до этого позора не дожила. Да не трогал я ее, клянусь. Витька подначивал, но не смог я. Только серьги взял. Ты только Витьке не рассказывай. Говори, не говори. Пойдешь паровозиком вот лет на 10. Заграбешь и групповое изнасилование. Выучил следака на свою голову. Не-не-не-не-не-не. Витька, Витька мой друг, он могила. Конечно. Но он-то чистеньким выйдет. Всю вину на тебя свалит. Это же Юганов, поверь. Папа, а что теперь делать-то? Тебе дома сидеть и нос не высовывать. Делать будет папа, как всегда. Прости, пап. Ну ладно. Ладно. Как-нибудь выкрутимся. Здесь я живу. Это, конечно, не пятизвездочный отель, но зато будете под моей личной охраной. Прошу. Здравствуй, Митя. Здрасте, бабарь. Невкусно. Ну, вы, наверное, не привыкли к такой еде. Просто нет аппетита. Вы извините. Просто ветер. Вы не бойтесь, ко мне ни один бандит не сунется. Может, чаю? По юности дзюдо увлекался. Вам чаечек покрепче или помягче? Помягче.
Может, варенье малиновое? У меня соседка по обваре снабжает. Очень вкусно. Держите. Там, в лесу, мне очень плохо было. А вы меня пожалели. Спасибо. Да не за что пока. Вот злодеев поймаю. Тогда спасибо и скажете. Завтра день тяжелый. Открой. Это мамина. Но зато, если наденешь, будет означать, что мы вроде как с тобой обручены.